полное описание и точки выхода 15 и 16 серии нового сериала «Зеркало лжи». 15 и 16 серии сериала выйдут в эфир 2 ноября. В новой серии мы увидим, как Неля признается Дине, что из-за ее письма их пара с Женей распалась. Признается, что всегда всем завидовала, потому что так и не смогла влюбить в себя Рому. В следующую минуту Леша приходит в дом Нелли. Дина думает о спасении, но Крыжов хочет увести не на безопасное расстояние, требует от Нелли собирать вещи. Ей же звонит Рома и говорит, что она задушила его своей любовью. Требует развода. Леша увозит девушек в неизвестном направлении. Дорогой признается, что все эти годы любил только Нелли и прибирал за ней и после убийства Яны, а также сам убил ее мужа Ваню. Дина называет их больными. Неля принимается ее душить. Крыжов вовремя ее оттаскивает. Сергей приезжает в Вейск, находит Женю, и они вместе едут на захват Алексея. У дома Щегловых они находят в слезах Леру, которая рассказывает им, что видела. После чего они пускаются в погоню. Женя звонит напарнику. Тот угрожает жизнью Дины. Просит отпустить их с Нелли. Женя нагоняет их машину, срезая путь по полю. Нелли решает уйти вместе с человеком, который любил все эти годы ее. Хватается за руль и сворачивает их авто с моста в реку. Сергей вытаскивает Дину из воды. Крыжов с Нелли погибают. Сергей с Диной и Олей приходят в гости к Роме, Рите и Егору, проживающим в квартире Александра Григорьевича. 15 и 16 серии сериала выйдут в эфир 2 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.